Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам сделать пирог творожный. Для этого нам понадобится печенье 300 грамм, 100 грамм масла, это для коржа. Для начинки сахар 150 грамм, можно чуть побольше, 3 яйца, 500 грамм творога, 1% сметанка. Значит, сметанки я беру 100 грамм, ванилин. И формочка для выпекания я застилаю внутри и бока вырезаю полосочки и застилаю бока. Это для коржа. Сейчас я уложу, потом покажу вам, как это все получается. Итак, печенье я размолола. Можно на блендере, можно пакетик. И скалочкой, то есть как вам удобно. Теперь берем по кусочку масла и руками пробуем, руками или вот лопаточкой, то есть надо ввести масло в печенье, лучше всего руками делайте, оно должно подружиться. Теперь возьмем форму, вот так, бока застилаем тоже бумагой, Итак, все это у меня уже отстояло в духовке 15 минут. Я заливаю творожной массой. Добавляю в духовку на 50-60 минут. То есть даже может где-то около часа он выпекаться при температуре 160-170 градусов. Итак, дорогие друзья, пирог испекся. Я дала ему немножечко отдохнуть, подстыть. Сняла аккуратно пергаментную бумагу. И теперь он у меня останется в таком состоянии на ночь, чтобы, ну, отдохнуть ему дам. Затем я сделаю глазурь, сметанка, какао, сахар, масло сливочное и залью сверху. Я залила глазурью, уже говорила, и посыпала оставшимся печеньем. Сейчас хочу показать, что получилось у нас в разрезе. Вот такой разрезик получается. Вот, значит, вкус как из детства. Пробуйте. Приятного аппетита!